Сегодня мы с вами посетим, как он называется-то, Дворец культуры имени этого Горького. Совершенно верно. Ну, сегодня я с супругой. Суть потому, что следов здесь много, посещаемость этого заведения большая. Подвал затоплен. И, скорее всего, в него можно, конечно, спуститься, но не вижу смысла, потому что лед и пламя. Много тут всяких. Это что у нас такое было? А, это была сцена, походу, да? Смотри-ка, тут еще. О, вот там водичка вот видна. Слушай, сильно обрушилось, конечно, все. Ну, прям видно, что это на самом деле театр был какой-то, видишь? Ну, декорации висят, проводов каких-то много. Ну, точнее, не проводов, а веревочки, на которых все это держалось. Это, скорее всего, оркестровая яма. Ну, полы, конечно, да все доразобрали. На второй этаж попасть практически, наверное, нельзя. Да, все рушится. Видишь, как запустили его? Вообще конкретно. Сейчас я пройдусь туда, посмотрю, что там. Что там за дела. И на гвозди смотри. Молодежь тут неплохо отдыхает, походу. Видишь, кто-то уже это... пакет с проводами приготовил. Там, где мы зашли, проводов еще много было. Вон тарзанка висит. Это, наверное, центральный вход, да? Судя по всему. О, круто. Вообще просто бомбически. Вот на второй этаж, по-моему, вот так вот детвора тут залазит. Да. Ну тут бомжик какой-то живет, походу. Рукомойничек, что-то еще тут. Сильно, конечно, развалило, сильно. Все обрушено. Наглухо. Да. Подвальных помещений, конечно, тьма тьмущая. Ага. Это, походу, парадный вход. Машина ездит. Да, вот здесь кто-то обитает. Кто-то здесь живет. Вешалочка тут такая. Хавчик тут. Попробуем подняться на второй этаж, глянуть, что там. О, даже третий этаж есть. Да, сверху это вообще жестоко выглядит. Просто потрясающе. Да, вот сюда опасно вставать, конечно. Да, тут если кувыркнешься конкретно. О, потолок, кстати, тоже вот-вот рухнет. Вообще конкретно. О. Тут все по-серьезному. Так, ладно, делать тут нечего. Сваливаем. Ой. Еще вот здесь вот последняя, короче, такая. Этаж в никуда, как говорится. Тоже деревянные полы. На самом деле, что-то очкую на них наступать, дабы вообще не улететь. Не, ну вот отсюда, конечно... вид потрясный. Просто потрясный. Развалено практически все. Будка охраны. Это мы находимся в подвальных помещениях, где вообще все завалено. И вот, кстати, окна, а они под землей.
То есть фактически это закопано настолько. Просто трэш. Просто трэш. Вот уровень земли. Это уровень земли. То есть когда-то это, походу, было на поверхности. А что с ним стало, тоже непонятно. Это на улицу выход какой-то. Здесь тоже какой-то огромный зал с окнами. Кирпичики прям одна к одному лежит, одна к одному. Да, вот так вот по нему прошвырнуться-то. Уху-ху. Это канал. Ага. Вот какие-то помещения. Может быть, сейчас мы не доберемся. Ну да, с той стороны я был. А, это мы попали на чердак. Попали на чердак. О, очково. О, какое окно интересное. Оно одно в одно вставлялось. Стеклопакет. Просто трэш. О, прошел. Тоже какая-то комнатушечка. Полы, соответственно, разобраны. Все вырвано. Тоже чердачило. Тут даже помост есть. Но тут без фонаря мы уже не обойдемся. Поэтому включаем фонарик. И уже... О, здесь так... Нормально, балка закреплена. Выход на улицу. Сейчас мы второй фонарик возьмем, чтобы нам было попроще. Так. И все заценим. Выход на крышу. Да, крышу-то перестилали на самом деле. О, тут лебедка какая-то. Ха. Кстати. Реальная лебедка. Что-то тут управлялось ей. Потому что два троса идут. Вот еще эти два троса. И пошли сюда. И вот туда куда-то уходят. Что-то они поднимали. А вот куда они тут идут? Уже ничего не видно. Да, высота, конечно. Очуметь можно. Вот туда куда-то идут. Вот тут лестница. Не знаю, что там могло управляться. Но троса туда идут. Угу. Ясно.
Девушка, а вы что там стоите-то? А, орнитолог?